Ну что, welcome back to my channel, дамы и господа мормоны. В общем, пора подвести результаты по комментариям по пойманным рыбам с предыдущего ролика, где я поймал сначала налима. Смотрите, с плоской рыбой, хвостом рыба, типа сом плывет или налим. Не знаю, видно вам, не видно. О, у меня есть идея. Я поймал его. Вот эта рыба. Никогда такой не видел. Сейчас будем с вами разглядывать ее. Что это? Налим? Сом? Красивый-красивый. Так, взвесим. 310 граммов. Все, выпускаем рыбку. Не хочет, да? Пошел вниз по течению. Все, давай, пока-пока. Рад был встретиться. Угадал практически его вес. Пользователь с комментарием Борис Мартынов. Налим у меня 310 граммчиков, а Борис угадал вес 315, разница в 5 граммов, достойный результат. В общем, победителем по категории налим определен. Следующая рыба в категории — это был пойманный карасик. Вот это вот. Нет, это я его поймал. А мы там, смотрите, в крысу заводится, что ли? Это крокодил. Ну че? 585. Офигеть, почти 600 грамм. Да, почти 600. А тут, да, так, в такой луже водится. Да. Опа. Угадал его вес пользователь под ником Лена Дора 100. Вес она указала, правда, хитро, 589-600, но так как ее начальная цифра была близка, карасик был 585, а Лена написала 589, разница там в 4 грамма. Вот если бы был бы вес угадан вот в этом промежутке тире, я бы не засчитал, как бы, ну нечестно, можно написать 100-600 грамм, да, и закрыть все. Если, а так как ее первая граница была 589, 4 граммчика до точной суммы. В общем, поздравляю. Значит, от меня я жду от вас выхода со мной ВКонтакте. Вы связываетесь, подтверждайте, что это ваш аккаунт, с которого был написан комментарий. Там, значит, укажите мне свои данные для отправки Почты России, и отправлю вам мотылика от Сергея Андреса, в котором я ловлю в последнее время, как бы. Вот это будет, как бы, наша, так, моя, так скажем, вам сюрприз, так сказать. Отправлю мотылика, ловите, пробуйте, мотылик очень хороший. Как-то так. Всем спасибо. Следующую информацию хотел бы озвучить для тех, кто живет в Питере. Часто пишут: ребята, хотел бы половить с вами, поучиться. Я всем отказываю. Говорю, у меня очень сложно совместить выходной день, чтобы это были не будни, а выходной, чтобы всеми с вами как-то встретиться, по возможности где-то выехать. У меня плавающая работа, могу без выходных работать неделю, две, три, могу неделю дома без работы быть, отдыхать. Поэтому очень все это сложно. Но коли все пишут, просят, попробуем организовать встречу, давайте, на предстоящую субботу. То есть это будет 24 число. Я постараюсь, даже если у меня будет рабочий день, как-то отложить
дела, чтобы вырваться. Но предлагаю именно не встретиться и половить просто, чтобы половить, а именно предлагаю встретиться и половить мармадрочем на безмотылке. Если уже не получится с безмотылками, будут нулевые результаты или не будет получаться у всех желающих, кто там будет, может, вообще один буду, то перейдем на просто кусочек мотылика, половинку, мормышку весом 0,2-0,3 и будем зудеть ей. Но начнем с безмотылки. Водоем предлагаю тот, где мы тогда с Владимиром ловили окуня в достатке. Мелкий, крупный есть, поэтому именно не нано-джигом не будем мы ставить мормышки. Там весом там 0,4-0,5 грамм, силикон какой-нибудь байтбейт там или полярис, где он имеет свою игру, там танты разные. Именно будем мармадрочем без мотылками, либо кусочком силикона. Поэтому, если вам это интересно, пишите ВКонтакте. Я координаты скину, где будем встречаться ближе к субботе. Время сбора, конечно, бы желательно раннее утро. Часа в 4 бы уже быть на месте, но я вот в прошлый раз на утреннюю рыбалку перед работой туда ехал. Я ехал на такси, обошлось мне это удовольствие в 780 рублей. Конечно, не каждому по карману взять на такси, если нет машины. Если будут люди, кто без машины, ну, значит, тогда встречу перенесем часов на 7 утра. В принципе, транспорт начинает ходить с 5, с полшестого, добраться там часам к 7 уже, в принципе, можно. Потому что позже уже будет жарко, хотя там и кусты, тень можно спрятаться. Плюс начнут отдыхающие приходить. Правда, еще не глядел прогноз погоды, какой будет в эти выходные. В субботу, либо в воскресенье. В общем, пока запланируем, а там, если что, отменить всегда можно. В общем, для вас что нужно? Палка, которая вам будет комфортно задавать зуд. Вот именно зуд. Никакие там равномерочки, подбросики. Именно будем зудить, поэтому в арсенале, если несколько палок, подберите ту, от которой у вас не будет уставать кисть трясти, чтобы не было дискомфортно. Я, конечно, могу с собой взять несколько палок, там Замму Слоу, Замму Крэнк, там Синего, но я тоже своим ходом, поэтому тащить на себе палки эти я не буду. Если вдруг там спишемся, кто-то окажется на колесах, кто сможет меня подобрать на Ваське, поэтому то можно будет взять с собой несколько палочек. Ну, значит, что зудить чем? Главное, вот, чтобы зудильник был хороший, не уставала кисть. Мормышек, ну там 5-10 без мотылок каких-нибудь прикупить или сделайте сами с бисером. Главное, чтобы вес был, ну, не тяжелее 0,3. Не надо тяжелее, зудить будет неудобно, если тем более у вас будет палочки с вклейкой, вклейка будет уже прогибаться, будет зуд уже не получаться. В общем, 0,2-0,3 грамма, ну, мормышек 5-10, десятка за глаза. Там, в принципе, не закоряжено. Ну, как не закоряжено, ветки, конечно, падают с деревьев, есть там под берегом, но терпимо. Водорослей, тины какой-нибудь особо я там не заметил, за который бы цеплялся. Окунь активный, в пелагике был, по крайней мере, что будет в этот раз, вообще непонятно. Может, он уйдет в глухую защиту и не будет не выходить. В общем, попробуем. По шнуру, по леске смотрите сами, что удобно. Мне в последнее время вообще я не ловлю шнурами. Мне это все как-то некомфортно. Все это чопорно как-то. Вот эти резкие, злые удары. Обратная связь на рыбе, которая дергает этот шнур, получает ту же информативность. Вы через руку получаете ее тычки, она всем телом, блин, через свою голову, через рот получает все эти грубости, когда она хватает приманку, чувствует все это натяжение, все это грубо очень. Окунь тоже, блин, бедный, там трепыхается весь на этом шнуре. В общем, на леске информативности мне более чем достаточно, на ней и поклевки, и вываживание, и груз гашивает, она сглаживает. Без мотылки, как по мне, вот тогда на карьерчике на плотвином ловил, когда не мог на безмотылку никого поймать, поставил лесочку, сразу окушка поймал. В общем, выбирайте сами лучшую лесочку до 0,8, 0,08, 0,10 грубо, даже на 0,8 уже грубо кидать 0,2-0,3 грамма. По-хорошему бы что-нибудь 0,2, не толще, там 0,74.
можно купить недорогую в размотке 50 метров, того же Дунаев Тим, там у них разные есть, и намотать. В общем, такая вот идея, кому интересно, кто с Питера, пишите, получится, встретимся. Если все получится, следующий сбор соберемся уже на лесочках 0,06 на 0,1 грамме, попрем ловить плотву на карьер, где ее в достатке. В общем, вот такая вот информация. В общем, интересно, пишите. Будем мормышить, мормодрочить. Никакие шарниры. Кто там, а любитель чебурашек одноухих там или мормышек одноухих, чего там, то сразу мимо, даже не надо. Не будем мы уподобляться всему этому. В общем, все. До новых встреч, ребят. Пока-пока.